Пожалуйста. Шедевр пройден. Ух. Ребят, это лучший уровень в игре. Может быть, не лучший, но, по крайней мере, я почти уверен, что он лучший, о котором я вообще играл. Потому что многие креаторы и не креаторы, очень многие, в принципе, люди, они относят этот уровень в топ-10 лучших уровней в игре. То есть этот уровень нравится буквально всем. Также этот уровень необычен довольно сложными монетками. Если вы смотрели прохождение, вы поняли, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что на каждую монетку нужно собрать примерно 15 триггеров. Ну, может, меньше, может, 10, но в любом случае много. И с прохождением мне повезло. 549 попыток, большинство попыток на запоминание и тренировку монет. Но, ребят, вы не думайте, что монеты, типа, вот я сказал, что монет сложные, значит, не фановые, значит, уровень плохим сразу с монетами. Нет, ребят, монетки не делают уровень хуже, они, возможно, делают его только лучше и интересней. То есть он не такой уж фришный, знаете, а вот, что реально можно там поиграть так нормально. Ну, короче, классный левел. Со всеми монетками среди друзей прошел только я. Его. В топ, конечно же, не попал. Уровень ультрапопулярный. Ну, не ультра, но... О, это чел с тремя монетками пришел. Чел хорош. Стоп, чего? Офигеть. Чел за три дня пришел 11 демонов. Хорош. Также это мой 350-й демон. Круглая цифра. Не знаю, когда будет 400 демонов, но не скоро, так что не ждите. 350 демонов, я считаю, неплохой результат. Так, сюда мы уже заходили. Лайк. Ну, это, разумеется, изи демон. Кстати, ребят, даже с монетками это изи демон. Что самое интересное. Круто. ГГ.